Привет всем, дорогие мои зрители, дорогие мои подписчики. Для тех, кто только к нам присоединился, мы продолжаем рассматривать коллекцию «Шахмат пластилин колец» по подписке. И у меня, как видите, завал сегодня, две посылки. Рассматривать мы будем сегодня одну. В следующий раз я вам сделаю видео на вторую. Значит, посылка мне пришла очень быстро, на течение недели. И вот каждая по 818 рублей сейчас, плюс 50 рублей пересылки. Значит, в коробке два журнала, две фигурки. И мы будем сейчас с вами рассматривать 14 номер журнала «Властелин колец». Я немножко пошуршу, уже оторвала. Вот, начнем мы с журнала. Здесь, значит, у нас белая ладья представлена. Белая ладья в виде башни с Гилеад. Не знаю, правильно я ударение произношу, но, в общем, вот, я ждала очень эту башенку. Я вообще, в принципе, люблю всякие крепости старинные. Вот, значит, вот так внутри выглядит журнал. Можете посмотреть разворот. Так, здесь вот как раз про захватчиков целое досье идет. Да, вы помните, что орки напали на крепость. Здесь защитники также, да? Вот, рассказ про последнюю заставу. Картинки такие, ну, достаточно спокойные, да, я не могу сказать, что очень прям страшные. Вот, здесь тоже утраченное величество, секреты мастерства игры ладьей. Посмотрим. Вот, здесь статья, кстати, интересная про Бобби Фишера. Вот. Целый разворот можно будет почитать. Вот. И анонс на следующий номер. Шаград. Будем с вами смотреть. Все, купончики закончились на досочку сувенирную, так что купончика больше нет. Итак, давайте рассмотрим фигурку. Запечатано, как всегда, хорошо, как увидите. Для транспортировки очень здорово. Заклеена на скотч коробочка. Вот, с трех сторон заклеена на скотч. Вот так выглядит эта башенка. Она достаточно легкая. Мне кажется, что она не металлическая. Скорее какой-то сплав или даже пластик. Вот, исполнение приличное, не могу сказать, что прям уж очень плохо сделано, ну, нормальное. Значит, здесь вот одна руна, обозначающая, что это ладья, и также номер присутствует. Вот такая фигурка. Теперь давайте посмотрим второй журнал. Я его еще не распечатывала. Вот он, этот самый Шаград. Вот такой шрифт, то ли Шаград, то ли Шаград. По-моему, Шаград, не помню. Фигурка, заметили, в перевернутом состоянии. И плохо там стало, когда она ехала. Наконец-то фигурка со щитом. Единственная, кстати, фигурка, которая со щитом. Нет, не единственная, вру. Еще до этого Теоден был со щитом. Но у него был еще меч, а здесь просто щит. Как он будет воевать с одним щитом? Посмотрим. Я, честно говоря, не помню, кто это, поэтому вот так выглядел журнал. 15 номер. Шаград, все правильно. Основные сведения о вспыльчивом рука и скелету Нгола. Ну, понятно, что это орк какой-то, но вот смотрите, даже здесь видно, что он стоит без меча. Руками воевал, зубами. Капитан дозорной мрачной башни, которая охраняет гордый проход в Мордор. Вот, пожалуйста, здесь справка. Я забыла, как раз можно почитать. Досье и опять союзники-противники. Страшный он такой. Ну, не могу сказать, что прям журнал весь страшный. Вот эта картинка страшная, да?
И, наверное, первое тоже так они еще приятные. А здесь вот нормально, да, про шелок как раз рассказано. Про паучиху, кто помнит. Вот, как раз его доспехи. Ну, это страшненькая такая картинка, детям бы не советовала посмотреть. Вот, и секреты мастерства, он у нас черный конь. Да, вот, все описано. И конь он, по-моему, у нас первый конь, если не ошибаюсь. По-моему, первый конь он. Так, здесь статья «Шахматы и наука». Про французского ученого Альфреда Бинса. Вот, пожалуйста. Блоки восприятия, поисковые системы, ячейки, блоки и переменные, теория шаблонов. У нас, кстати, интересные такие здесь, даже научные в какой-то степени статьи, поэтому для тех, кто постарше, будет интересно именно почитать вот эти всякие выдержки. И да, наконец-то, в следующем номере Фродо, пешка. Что ж ты только пешка, белая пешка. Опять показываю, что купончика нету. Купончики закончились. Так, теперь мы с вами рассмотрим фигурку. Фигурку этого Шаграта. Заклеили, конечно, они тут мастерски все. Тут даже 4 скотча в каждом углу. Так, ну он такой тяжеленький. Мне кажется, что он такой, возможно, что даже весь железный. Ну, хотя бы из сплава какого-то сделал железного, потому что он не такой легкий, как предыдущая башня была. Чувствуется. Это конь у нас, да, поэтому здесь 2 руны. Фигурка такая не страшная. Прокрашена хорошо. Щит такой у него мощный. Вот. Стоит устойчиво. Здесь никаких таких деталей, которые могут отломаться, нет. Поэтому мне нравится. Вот. И номер присутствует тоже. Классно. Ну вот такое коротенькое видео у меня сегодня получилось. Надеюсь, что вам было интересно. А следующую посылку будем смотреть в следующий раз. Всем пока!